В столице Буркина-Фасо завершилась полностью антитеррористическая операция. Освобождены 126 заложников из захваченного ранее боевиками отеля в центре столицы страны Уагадугу. В штурме отелей и кафе, где ранее засели боевики, принимали участие военные США и Франции. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 23 человека, граждане 18 стран. Медики сообщают, что среди освобожденных заложников более 30 раненых, еще 15 пострадали при нападении. В МВД страны говорят об уничтожении во время штурма 4 террористов. Среди них находились 2 женщины. Последним был зачищен отель «Ииби», который находился в непосредственной близости от гостиницы «Сплендед». Именно она стала первой мишенью боевиков. Группа террористов совершила нападение на «Сплендед» и расположенное рядом кафе «Капучино» в центре Уагадугу в пятницу вечером около 7:30 по местному времени. Боевики забаррикадировались на 4-м этаже здания и заложили взрывчатку на крыше отеля, который известен тем, что в нем останавливаются персонал ООН и иностранные граждане. Район происшествия оцеплен полицией и военными. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Аль-Каида» в странах Исламского Магриба. По заявлению главарей, этот теракт был направлен против Франции, чьи военные находятся в Буркина-Фасо в рамках оказания помощи. Только что поступило сообщение, что на севере Буркина-Фасо были похищены минувшей ночью 2 граждан Австрии. Похищение произошло вблизи границы с Мали.